Всем привет-привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. У нас доброе утро. Начинаю для вас снимать. Мы уже хорошо поработали. Сейчас покажу, что сделали. И посмотрите, видно вам или нет? Воробушки воруют у Альфуши-то кашу. Смотрит, смотрит. Можно, нет? О, видели? Альфушка не реагирует. Она у нас добрая душа. Там и котики у нее все подъедают. И воробушки. Ей не жалко, наелась, лежит, загорает на солнышке. Сашуля уже пошел домой в душ и будет собираться на работу. Ну а к 9 часам нам нужно в МФЦ, чтобы Сергея, Наташу поставить на учет. И, в общем, сейчас мы уже, точнее, списались, хотела сказать, созвонились. Списались с Наташей. Я говорю, ну что, как, ночь прошла, все хорошо, все нормально. Ну, сейчас еще в центре увидимся тоже. Поспрашиваю, как там у них, может, еще что надо, говорю, если что, пиши. И вещи надо собрать тоже. Вчера они стирали. Вот у меня все просохло. Надо в пакет и отдать полотенце, смотрю, тоже забыли. Я вышла в огород, мы, потому что вот эти вот 3 дня вообще выбились, так сказать, из нашей жизни огородной. Где-то хотелось поговорить что-то, да, обсудить, планы какие-то построить. И вообще было не до этого. Посмотрите, у меня бархатцы все заросли. Ну, я думаю, что сегодня под вечер выйду. Нужно будет прополоть, так как с утра уже жарковато. Я думаю, что, наверное, будет душно сегодня. Помидоры немного зарастают. Ну, не скажу, что прям все заросло. Есть трава, но ее, сами видите, немного. Единственное, что это бархатцы. И у меня цинии так ведь и не взошли. Сейчас вам покажу, что мне привезли из Казахстана. Передала мне свекровь, мама Валя. И цинии, и бархатцы еще желтые. Так что посеем, они еще успеют взойти. И будет у нас вообще в цветнике неимоверная красота. Морковь так и сидит. Мы с вами ее сеяли повторно. 1 июня. Видите, ничего еще не взошло. Видно вам или нет, я укуталась в плед. Почистили бройлеров. Зашла домой. Меня опять трясет. Выпила таблетку. Заболели все. И вот слышно или нет, нос тоже полностью заложен. О, лук у нас как подрос. И вот вчера я купила клеенку. Ой, видите, какая она такая яркая. Летняя, но мне очень нравится, правда, тут немного неровно. И стоят вон помидоры под столом, нужно будет высадить. Медведка некоторые кусты перегрызла, а Вера Дмитриевна мне дала 5 штук. И вот надо в эти промежутки, где пустота, сегодня их высадить. Ой, что тут у нас на огороде? Сашуля говорит, Янусь, такая красота, рядочки ровные малины. О, посмотрите, чесночок весь чистенький стоит. И уже надо убирать стрелку. Смотрите, пошла стрелка. Кто-то говорит, что надо подождать, когда один раз, ну вот, перекрутится, или как там, перекрутится, стоять будет. Ну, Сашуля говорит, что Янусь, надо сейчас обрывать. В общем, снова он хочет провести какой-то эксперимент. Она смотрится видео. Вот, всяких там. Ну, будем пробовать. Пропололи, конечно, хорошо. И заведу я точно сегодня. Ну, если не сегодня, так завтра. Триммеры надо скосить везде траву. Вот, видите, вдоль тропинок, чтобы было хорошо. Ну, вот смотришь, не зря говорят, глаза боятся, руки делают. Ну, вот не красота ли? Да, есть немного трава, но ее толком и не видно. Да, она и, в принципе, не мешает. У нас такой вот ливень прошел, все залило. Мы так тоже рады. Вот у меня ежевика тоже так прям разрослась. И смородина, и тут чеснок. А, не вижу, стрелка. Тоже, видите, стрелка. Но сейчас спрошу у него еще точно, как надо. Вечером с ним. Вечером уже с ним этим всем займемся. Там как шашлычили все эти дни. Мангал стоит, нужно убрать. Я, наверное, в центр сегодня поеду на велике, потому что Сашуле надо ведь тоже на работу отпроситься на немного, чтобы он не тратил время и меня привезти, довезти. Мне на велике несложно. И вот,
почистили нашим белым комочкам тут все. Теперь у них тут чисто, свежо лежат счастливые. И многие сидят на улице. Погреться вышли. Вижу, что многих нет. Ну, конечно, многие вон на улице лапки вытянули. Песочек вон клюют, насыпали. Хорошо, хорошо им. Ой, ох, хулигашки, драчуны. Дети спят. Щеки красные. Ночью без конца тоже бегала, смотрела. Что да как. Приболели все. Крапивы тоже нарвали. Видите, как Сашуля хорошо придумала. То до этого я бросала им сюда. Все перетопчат, и толку никакого нет. А так, нет-нет, кто-нибудь подойдет, поклюет. Вот, подросли тоже малеха за эти дни. Вы ведь не видели их. Хотя, мне кажется, по видео вообще непонятно. Или понятно. Напишите тоже, почитаю. И мы, кстати... В субботу ездили, я вам говорила, да, в Мичуринск, что купили и ячмень, и кукурузу. Нужно будет сегодня помолоть. Все, эту дверь закрою. Пусть там сидят. Ладно, всем хорошего дня, мои хорошие. Всем отличного настроения. Никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. Я сейчас тоже иду собираться и будем выходить в центр. Документы, это вот вся бумажная волокита продолжается. Хочется уже поскорее, чтобы все закончилось, да. Ну, кто переезжал, тот знает, что это все сложно. Но ничего, мы сильные, поддержка есть. Я думаю, что со всем справимся. И тем более такая поддержка от вас. Очень приятно вообще читать комментарии и добрые слова. Сашуля уехал на работу, а я вот хотела вам показать. Так ждала я эти комочки. Мама Валя мне передала через Наташу. Это цветы. Цветочки из Казахстана. Цинии, бархатцы, желтые, оранжевые, высокорослые и анютины глазки. Вот сегодня после обеда выйдем с вами в цветник. Будем сеять бархатцы, где у меня не взошли. Потихоньку там надо полоть. Циния у меня вообще почему-то тоже не взошла. Очень странно. Так что попробуем вот свежими семенами все засеять из Казахстана. И посмотрим, как оно взойдет. Это вот, видите, анютины глазки. Семена. Видно вам? Почему-то солнышко светит и в окно плохо видно. Это бархатцы желтые, оранжевые. Вот пакетик хороший. А это все циния. Кто вот смотрит нас давно, тот знает, что циния просто... шикарнейшие шапочки, такие огромные, как ладонь, высокие. Но может еще все зависит, как поливаешь, как идут дожди, не знаю. Так что мама Валя, большое-большое спасибо. Всем привет! Села прям на минутку с вами поговорить и будем выезжать в центр. Я уже оделась. Мне Сашуля предлагал заехать за мной с работы, но я говорю, у меня есть велик, я сама доеду. В общем, сидела сейчас 350 раз, проверяла документы, чтобы ничего не забыть. Ну и, как всегда, увидела нашу папку с Нур-Атан из Казахстана, которую мы привезли. И вот когда мы переезжали в Россию, она везде, везде путешествовала вместе с нами. Я смеюсь, говорю, может отдать Наташе с Сергеем, она такая везучая, чтобы у них все складывалось хорошо. Как вы у нас немного посмеялись. Ну, в общем, сейчас я выезжаю в МФЦ, будем, да, регистрировать их. И надеюсь, что за это время, пока мы будем там, смотрю, посылочка моя с любимого Василька выехала из Мичуринска. И надеюсь, что она приедет, успеем ее получить. И вечером уже будет модный показ. Покажем, что заказала Наташа для себя, для Тани. Они выбирали сами. Единственное, мы не могли определиться с размерами. Таню я видела год назад, а картинка всегда обманчива. Вообще, видео всегда увеличивает. Вот нас многие, когда видят, говорят, что в жизни вы чуточку худее, как-то по-другому выглядите, да, а на картинке все какое-то, что ли, большое и увеличенное. Ну, не знаю, так ли это, но вот многие говорят. Ну, и, в общем, когда Таня приехала, я тоже на нее посмотрела, хотя я даже на размер больше заказала, но мне кажется, что ей вещи будут малы. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Так что ждите, вечером будет модный показ.
Дети сейчас проснулись рано, ну, потому что болеют, нос заложен, кашель. В общем, дала им лекарства, померила температуру, и теперь могу спокойно выезжать. И вот сама тоже сижу, видно, наверное, по мне, я прям такая бледная, ну, знаете, мне надо, чтобы я вообще, наверное, была не ходячая, тогда я полежу и ничего не буду делать. Но сегодня я-то понимаю, что ждут огородные дела, ремонтные, поэтому надо как-то восстанавливаться в наш обычный режим, который был до приезда друзей. Да и тем более им сейчас тоже некогда, не обустраивают квартиру, наводят там уют. Сейчас пойдут, да, дела документные, поездка в Тамбов, поездка туда. Конечно, если что-то надо будут, напишут, можно будет отвезти. Хорошо, у нас есть машина, скутер. Вот, ну а так уже все, и мешать не будем, тем более сейчас такая обстановка немного, да, как бы стрессовая, шоковая, и я думаю, что надо им побыть вместе, где-то что-то обговорить, обсудить, друзья друзьями, но когда ты сам в кругу семьи, это совсем другое, так что пусть отдыхают, набираются сил, терпения, ну и... Удачи, только им удачи, удачи, чтоб все поскорее это закончилось, и уже сидели они спокойные, довольные. Вот, так что ладно, все, я поехала и беру вас вместе со мной. Для тех, кто потерял нашего Ваську, специально показываю, чтоб вы спали спокойно, а то прям распереживались, Яна продала все у нее на продажу. И так далее, чего только не понапишут. Фантазия у людей, конечно, зашкаливает, только книжки писать и фильмы снимать. В общем, ездит Васька, приболела, думаю, ну ладно, руками уже мыть не буду, пусть поездит, освежит пол, помоет. Так, и детям я сбила температуру, ну у Максимки, вон, видите, кашель такой сухой, укройся под одеялко. Мне 37. Морозит. Ну сбили, да, 37, сейчас температура такой краснощекий и... Загорел очень сильно. И Анютик, вон, смотрите, какая темная, загорели. А у Максимки еще вон на голове болячка. Ну, вы знаете, у нас диатез. А это привезли и вафли аракисовые вкусные из Казахстана. И ириски, золотой ключик. Друзей угощали, сами ели немного, не контролировали. И вот результат уже у нас на голове. Ну, ничего, эти дни он вообще... ничего не ест, и когда сами, уже проще, спрятал конфетки, не даешь, а так все-таки гости как-то неудобно, да, убирать нехорошо, поэтому сейчас все убрали, ничего нет в доступности, и когда смотрят дети на других, им тоже хочется. Ладно, все, время летит, я поехала, Васька наш тоже тут пусть работает, намывает пол, приеду, а у нас тут уже порядочек в доме, ну. Красота, конечно, красота.
Вроде только была дома на огороде, уже у подруги. Сижу тут на полу, она тоже. Не зря подруги. Видите, или это из Казахстана. Ну, в общем. Всем привет. Таня, он вообще, кстати, по-казахски сидит. Ноги скрутила. В общем, сейчас будем вам делать небольшой обзорчик с нашего любимого интернет-магазина «Любимый Василек». Наташа, Таня выбирали себе все. На вкус свой. Да, на вкус и цвет. Ну и, в общем, уже не терпится примерить, посмотреть, подойдет, не подойдет. Мы чем с тобой отличаемся? Я люблю костюмы, спортивный стиль. А Наташа? Платья. Классика. Да, юбочки она любит, платьюшки, халатики. У меня халат был лишь только тогда, когда я Максимку родила, я Нюту в больнице, все. Вообще не люблю халатики, она вот любит. Так, ну и давайте я сейчас вам быстренько покажу. Ну а уже потом будет модный показ. Заказали такой красивый, яркий, сочный костюм на лето. Идет белая футболочка, под кеды белые, одел и побежал. Шортики такого сочного синего цвета. Смотрите, как все прошито. И очень интересно, тут идет вот такая вот, видите, стрелочка. Строгий стиль. Как будто бы не спортивный, Наташ. Карманы есть? Да, карманы есть. Можно убрать ключи, еще что-то. И посмотрите, прям пальма. Ну вот чувствуется лето, и хочется куда-то на курорт съездить. Все прошито очень хорошо. Футболка легкая. К телу, вот на лето самое то. Так, еще один костюмчик, он уже идет в другой расцветке, и тут другой принт. И, кстати, шортики, мини-бикини, покороче, вот такие вот шортики, горчичный, да, даже не желтый, а горчичный цвет. Тут идет апельсинчик, она тоже белого цвета, и тут, видите, такие края немного вот прошиты. Тоже качество точно такое же, как у этого костюма, очень хорошая. Так что заходите в интернет-магазин «Любимый Василек». Цены не кусаются, приемлемые. Самое главное, отличное качество. И найдете на любой вкус и цвет для себя, для внуков, для вашего любимого мужа. В общем, выбор огромный. Полотенце, постельное белье, детская одежда, мужская. Что там еще? Пледы. Ну, в общем, много всего. Мы ходим с удовольствием в вещах от любимого Василька. Ссылку обязательно оставлю в описании канала. И вот еще один такой идет костюм. Лосины. Кстати, качество холодок. В них не будет жарко. Ты трогала? Да. На резиночке вот идет все. Да, цвет тоже изумрудный, да? Он даже не синий, а как изумруд темный. Да, камера-то не передаст. Да, вот такие вот идут. Лосины и футболочка. Вот такая вот в полоску. Здесь, смотрите, пуговицы. Но уже не терпится посмотреть, как все это, да, будет смотреться. Mm-hmm. Когда лежит одно, а вот когда уже вещи оденешь, совсем по-другому. Вот такое вот платье, халат или рубашка. Как оно вообще правильно называется? Сейчас вам скажу. Платье, полоса, цвет алый. Вот такое вот, видите. Интересное вообще платье, карманы, пуговицы. Я думаю, что будет смотреться очень красиво. Вот такие вот тут, Наташ, разрезики на лето. Вообще шикарно. И сарафан, смотрите, какой. Вот такой вот в горох тоже карманы. Качество тоже очень хорошее. Смотрите, как тут и все интересно. Вот такой вот халат. Он неровный идет, а видите, как немного, как-то правильно. Ой, видите, здесь прям уголки такие, ну вообще, конечно, классный халатик. Это не халатик, это сарафан. Да, это вот такой вот сарафан. Так, и тут идут костюмчики для нашей Тани, чтобы она тоже ходила. Красивая, да, Тань? И модная вот такая вот футболочка, смайлики, смотрите, бежевый цвет. Я переживала, что будет маленькое все. А нет, наверное, идеально сядет, да? Миндальная. Миндаль цвет. Цвет миндаль. Такая вот футболочка. Костюм вы все видели у меня его. Я прям в нем безвылазно. Очень красивый, радужный, яркий. Мне кажется, на лето самое то. И легкий дышащий материал. Еще один костюмчик для молодежи. Вот такой вот он яркий. Видите, тут... Ай, наверное... Кто в возрасте, не поймет. Ну, молодежь сейчас тоже не поймешь. Им все это нравится. В общем, идут вот такие вот лосины красивые. Вот.
Вот такая вот футболочка. Я бы сама в такой ходила с удовольствием. Смотрите, черного цвета. Здесь Таня, а это, наверное, ее парень. И розу держит. Так, и еще одна футболочка. Вот такая вот свет графит. Тоже красивая. Ну, в общем, давайте, все примеряйте. Качество хорошее. Уже ходим не первый день. Очень довольны. Уже не терпится все увидеть на вас. Так что все, переодеваемся и потом вам все покажем. Ну все, мы нафуфырились. Тебе нравится? Да. Все по размеру? Как и заказывали? Ага. Как хорошо. Ну теперь будете вообще красотки. Удобный, да, Наташ? Видишь? Кстати, по размеру все подошло. Да. Я так рада. Хорошо так. Оно. Красиво. Да, красиво. Он, Таня в костюмчике вот, таком. Угу. Наташа, ну тоже посмотри. Да. Ну-ка, давай, давай как модель, как ты можешь воображать. В общем, все красиво. Так, нормально. Сейчас переоденутся, покажем следующие наряды. Ну, пошлите. Нормально, даже очень красиво. Ага, повернись. Тане, наверное, этот больше всего понравился костюм. Ну, с шортами будет нормально тоже. Хорошо, да? Как? Лосины ты, Таня, не особо, да, наверное, любишь? Нет. Не любишь? Пятки можно тоже. Ну, теперь полюбишь. Хорошо. Ну и я тоже. Ну да. Цветом такой красивый вообще. Угу. Ну тебе идет. Правда, у нас зеркала нет у них сейчас. Я говорю, ну потом я тебе по видео покажу. Ну и так видно тебе. Хорошо. Что красиво, удобно. Шортики покороче. Ножки потом загорят. Будешь не такая, не такая бледная, Наташ. А что, я бледная? Ну вот сейчас шорты и ножки этот еще не загорели. Пойдем с тобой потом куда-нибудь на пляж загорать. Конечно. В купальниках. А то все говорят, Яна на речку не выходит. Теперь вот есть мне с кем ходить на речку. Да, да, Тань, да. Будем купаться, загорать. Да. Ой, ну красиво, красиво. Давай, теперь в платьюшке уже не Следующий. Терпится. Давай, да, уже платьюшко хочется увидеть. Надела платьюшко. Заколебала ты, блин. Наташа вошла в кураж. Так, в общем, все, мы тут уже примерили платье. Она тут без камеры, конечно, покружилась. Такое легенькое, такое воздушное. Да. Говорит, вот уже представила себя на каблучках, в босоножечках. Я говорю, ну ты все, модница. И Таня. Не, хорошо. Прям все размеры прямо. Да. Ты вообще что говорила мне, моя милая? Что? Что? Бери ей 40-й, я думаю, да нет, я ее видела, как бы, надо побольше брать. Вот 40 был, точно, был мал. А вот ну, дети-то растут. Ну да. Дети растут не по дням, а по часам. Ну, вот в 42-м размере все прям хорошо. Вообще идеально села футболочка, джинсики потом какие-нибудь. И вообще красота, улет. Ну, покружись, покружись еще, я же вижу, что хочешь. Конечно. Но мне интересно, как красный будет. Давай, иди уже быстрее, быстрее примеряй, а то нам на огород надо. Следующий наряд платья. Как вам со стороны? А то Наташа... Я не вижу себя со стороны. Неловко себя чувствует. Говорит, Ян, мне к лицу. Я говорю, конечно, тебе к лицу, не знаю, хорошо. Еще видите, вот... Так вот еще можно, да, сделать. Вот так, наверное, будет лучше смотреться. Поинтереснее. Маленький. Даже если не захочешь куда-то в нем ходить, можно и дома. Можно и дома. Не знаю, смотрится вообще хорошо. Вот так вот, да? Да. Здесь, Тань, карманчиков нету? Да, карманов просто нет. Вот пояса тоже нет, просто да. Свободный на лето. А, ну разрезики покажи. Да. Вот, видите, разрезики такие. Нет, летом вообще самый раз ходить. Напишите, к лицу, не к лицу Наташа идет такой вот фасон или нет. А то я вижу по ней, что ей как-то, да, не, как-то некомфортно, нет, что ли. Это, знаешь, как будто как эльдрина. Может, так оно и таскается, вот такое платье. Я не знаю. Угу. Ну, можно подрезать, отнести, если уж тебе прям это покороче немножко сделать. Да? А ну, нет, а Тань? Я-то маленьким ростиком. Ну, да. И вот у Тани вот такая вот футболочка. Под лосины, вот, да, под очень велосипедки хорошо. Будет. Тоже, тоже да, хорошо. Велосипедки вот ей надо будет. И вообще хорошо. Черный. Да, видите, тут идет такой спущенный. Как для булавки у меня было. Да, раньше. Да, удобно. Такие вот блестящие буковки. Ну, вообще, вообще хорошо. Все хорошо. Вообще. Я довольна, все подошло нам. Да. А то мы больше с тобой переживали. Да, что? Ну, да, размеры. Ну, так, и у тебя последний костюмчик. Костюмчик еще? Давай еще показывай. Сейчас, ага.
Все, ждем. Таня, ты куда уже побежала? Последний. Бриджи. Поправь. С футболкой. Нет, оно так, может быть, и идет. Это лосины. Это же лосины, Таня. Да, они так и должны быть. Не знаю, мне вот этот костюм прям очень понравился. Мне кажется, тебе так красиво. Он тебя освежает. Прям расцветка твоя. Не знаю вообще. Хорошо. Сидит супер. Прям классно, да. Вот будешь бегать ко мне в гости в нем, чаек пить. Да? Все, спасибо большое Васильку, любимому интернету. Да, теперь тоже. Не только мы теперь будем ходить в любимом Васильке. Я тоже. Да, теперь и Наташа будет ходить. Следующая посылка уже будет для мальчишек. Да. Да, а то сейчас просто я знаю, что сейчас будут спрашивать, почему только для девочек опять себя любимых. Они сами сказали, что для начала для них, а потом для мужчин уже будем смотреть. Так что все, ссылочку на наш любимый интернет-магазин «Любимый Василек» обязательно оставлю в описании канала. Проходите, выбирайте широчайший ассортимент, приятные цены и отличное качество, которое соответствует цене. Ну и вот продемонстрировали вам все позиции того, что мы заказали. Все, не будем их отвлекать, пусть обустраиваются дальше, хозяйничают, а мы поехали тоже. На грудь, покажи меня, хозяйку, да. Меня он морозит до сих пор. Я, он, видите, приехала в рубашке, все раздетые, в шортах, а я в рубашке, мне холодно. Ой, Таня, Таня. Тетя Яна, я обняться хочет, ее тут не пускают ко мне, нянька, потому что, да, за мальчишками так надо смотреть. Я говорю, ты закрывай их на замок и ко мне беги. Дорогу, когда выучишь, будешь приходить ко мне. Хорошо. Она еще дороги еще не знает. Ну, я же говорю, дороги еще не знает. Вот потом у тебя, когда велик появится, вообще. Хорошо, да. 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 Две секунды, и у меня будет она. Потом это, что ее не поймаешь. Витя. Витя, как любит меня, да, Таня? Почему меня все Яна называют? Ты меня тетя Яна называешь? Да. Или Яна? Тетя Яна. Тетя Яна всегда? Да. Но она мне в детстве в Казахстане. Ну да, Яна тоже называла. Да. А так меня Алина, вот все, кто приходит, друзья, все Яна, не тетя Яна. Какая вам тетя Яна? Яна называйте. Ладно, все, хватит болтовни, мы поехали тоже на огород, будем стрелки обрывать, они тут пусть готовят. Как пишите в комментариях, не надоедайте им, а то они уже от вас устали, представляешь? Ой, прям устали. Нет. Мы только приехали, как мы можем устать? Да, пишут, что мы вам уже надоели, устали, пусть нас гонят. Представляешь? Да мы еще от них устанем, будем гнать. Ладно, все, ты же шутки наши не поймете. Все, ладно, мы поехали, давайте. Увидимся уже у нас дома. Да. Всем пока-пока. У нас уже ночь на дворе. Мы только вышли
на улицу. Приехали. И Сашуля тоже приболел. Но надо. Вот кое-как себя заставили. Вроде как полегчало. Надо морковь полить. А то и по второму разу посеяли. Чувствую, не взойдет, если так ее поливать через несколько дней. Вон, Сашуля там поливает. Надо лейку завтра купить. Заказали. Дети маленькие лейки. Вот надо нам еще вторую, чтобы было дело быстрее. Я тут видео снимаю. Покажись. Гульчитай, покажи свое личико. Ой, думали стрелки оторвать, пообрывать. Ну, вообще, вообще не до этого. И вот сейчас разговаривали тоже тут с соседями. Ну, знакомых, точнее, встретили. Не вот эти вот соседи, которые рядышком, а через несколько домов живут. Тоже говорят, наверное, вирус какой-то ходит. Прям слабость, такое состояние непонятное. Плохо. И вот видите, мы тоже все. И мы, и у Наташи дети. Максимка вышел игрушки собирать. Выходил тоже под вечер немного погулять. Друзья тут приходили. Ну да, полейки, наверное, хватит, Сашуль. Даже по половине хватит. Ага. Дождь был, прям все пролил хорошо, и вода плохо, видите, впитывается. Полейки нормально будет на грядку. И так мне нравится эта клеенка вообще. Даже в темноте она смотрится красиво. Хорошо. В общем, теперь у нас стоит задача пообрывать стрелки. Чеснока много. Надо выздоравливать и все. И все. Работать, работать. У нас прям вот эти вот дни так хорошо все пошло. Вроде и там успели, и там успели. И тут что-то с нас с ног свалило. Ну, организм дал сбой, видимо, чтобы мы отдохнули. Я так цветник хорошо пополола. Цветы посеяла. Майоры, бархатцы желтенькие. И вот не знаю, куда посеять анютины глазки. Тут у меня тоже плохо взошли вдоль вот этих вот грядок. Завтра нужно будет прополоть, если все нормально. И, может быть, сюда посеем. Вот, и триммер нужно будет завести. Сашуль, ты мне возьми триммер сразу, подготовь вот эту вот леску. Я завтра, ну или с утра пораньше встань, чтоб я косила. Когда она длинная, прям трава так косится легко. А вот коротенькая, и потом косишь на одном месте. Не очень удобно. Угу. Выбежал. А? Ну, где цветник скосить, чтоб коротенькая была. А тут вот надо, где малина. По бокам тоже все скосить. Вон, как играли. Оставили. Ну, болеют. Правильно. Вышли, погуляли. Слабость-то. Пошли домой. Спать. Да, перец можно и две. Ой, баклажаны мои все съели. Ну, морковь там. Все, не буду я больше баклажаны. Угу, это перец. Посеем там тоже, да? Морковь пусть. Моркови много не бывает. Помидоры все стоят хорошие. Вот баклажаны. Да зачем уже все? Капуста тоже такая неплохая. Некоторая, видите, прям такая слабенькая. А это... О, какая! Смотрите. Вот это прям хорошая. Тут такая крохотулечка. Вот тоже маленькая. Это огромная. Вот как такое вообще может быть? Скажите мне. Это вот, не знаю, пропадет, не пропадет. Ой, это тоже поменьше. Вся, в принципе, стоит капуста. Все, ладно, мои дорогие. Кстати, забыла сказать. Все. Мы ведь ходили сегодня, сделали... Смотри, как полив влияет на чеснок, где капает. Ага, кстати. Где не капает. А ну, разница. Покажи, ну. Смотрите. Вот здесь кан, кран, кан. Пробегает. Кан, кран. Капает вода. Посмотрите, какой чеснок. Какой, а говорят, что... Какой рядом, а какой дальше. Да, сейчас я включу фонарик и покажу вам. Вот, включила. Фонарик, чтобы вам было видно хорошо. Посмотрите, сюда попадает вода. И просто какой он толстый. И здесь уже стоит рядом. На него толком вода не попадает. Насколько тоньше. Да, так и вырос. А говорят, не надо чеснок поливать. Он не любит. Да, конечно, не любит. О, какой. Выкопаем потом, вам покажем.
головку. И чеснок тоже, смотрю, зарастает. Завтра я говорю, если все будет хорошо, надо выйти и прям тяпкой позбивать эту траву, пока ее не так много. Здесь вот на грядках толком и не растет. И вы видели, какое я чудо агрегат купила? Сашуль, ты видел? Ты там меня видела, крутил, смотрел, но не спросил. Потом отвлекся. Кстати, так им удобно работать на моем цветнике. Вообще, вы знаете, у нас там ведь земля плохая. А это прям вырву траву и пошла, пошла. Может, мне многие вот такое вот чудо советовали. Я не знаю, репка, как он правильно называется. Тигровая лапа в борьбе с сорняками, рыхлении почвы. Поможем вам точно. Сегодня в нашем магазине пошла, купила, стоит 185 рублей. Можно сделать любую ширину и прямо твердую. Он это так прям рыхлит, все хорошо. Мне очень понравилось. Но там больше такого ничего интересного особо не было. Я купила себе еще один. Он такой вот. Сколько он стоит, тоже скажу вам сейчас. 70 или 80 рублей. А, нет, 100 с чем-то, наверное. Ну, в общем, не буду врать. Вот такой вот еще один я взяла. Лопатку. Лопатка, конечно, надо посмотреть на Озон, на Валберис. Какую-нибудь хорошую, прочную. Или в других каких-то маркетплейсах. А за 70 или 80 она согнулась. Я только лишь делала ею ряд. Рядок. Вот, смотрите, она уже вся погнулась. Ой, все. Выключили мы нашим роллером. Тоже надо пойти сарай закрыть. Выключали, все, будем заходить домой сейчас и спать. Все, сил никаких нет, надо выздоравливать. И потом уже будем заниматься делами. Вы только посмотрите, сколько у нас уже времени, и нам с детьми захотелось приготовить манную кашу. Сидим теперь счастливые такие и лопаем ее. Максимка уже вон доедает. Анютик тоже. Я еще не начинала. И, кстати, говорю, надо, чтобы у нас такие чашечки были. В ней и каша быстрее остывает, да и вообще. Ну, хотя я вижу, что без разницы, какая чашка. Если что-то захотелось, ешь с таким удовольствием. Сейчас, наверное, и тарелки все, как котики, языком пооблизываем, да? Так вкусно. Ладно, все, мои дорогие, будем с вами прощаться. Берегите себя. Видите, наверное, какой-то ходит вирус. Нас просто одним ударом свалил всю семью. Максимке до сих пор температура и говорит, что голова очень сильно болит. И насморк. А? Это правда, и живот. И живот еще болел, да? Еще болит. Болит. В общем, вообще болит все. И сразу слабость. Но у него очень сильно сегодня днем отболела голова, особо и не снимала. Когда дети болеют, нет никакого настроения. Вот сейчас полегчало, каша захотелось, значит, идем, наверное, на поправку. Он, видите, только ложками успевают набирать и в рот. Ладно, все, всем пока-пока. Спокойной ночи. Ну а кому-то доброе утро. Вы у нас самые-самые лучшие.